Морепродукты сомнительного качества продавал житель Елизова через интернет. Цены на немаркированные рыбу и икру отличались от рыночных и привлекали покупателей. Однако долго так продолжаться не могло. В итоге нерадивый предприниматель наторговал на уголовное дело и предстал перед районным судом. Злоумышленнику дали условку за продажу браконьерских морепродуктов. Общая стоимость изъятого деликатеса составила 4 миллиона рублей. В судебном заседании установлено, что подсудимый приобрел у жителей Камчатского края немаркированную, готовую краб и рыбную продукцию на общую сумму почти 4 миллиона рублей, которую хранил по месту жительства. В социальных сетях, на торговых интернет-площадках и в гостиницах он размещал объявления о продаже морепродуктов по цене ниже рыночной. Осенью прошлого года подсудимый сбыл часть продукции туристу, у которого она была изъята сотрудниками полиции в аэропорту Елизова, а также лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии. Всю браконьерскую продукцию у мужчины изъяли, злоумышленник полностью признал свою вину в суде. Это, а также наличие малолетних детей сыграло свою роль, и продавец не отправится в колонию. Ему назначили 2 года условно и штраф в 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, его еще можно обжаловать.